Мы рады приветствовать красноярцев и гостей нашего города сегодня здесь, на концертной площадке набережной Енисея за сквером энтузиастов. Меня зовут Энгельгард Роман. Сегодня вместе со своими друзьями-музыкантами мы немного поговорим о Владимире Семеновиче Высоцком. Здесь никто б не нашел, даже если б хотел, руки кверху поднявших. Никто поделать ничего не смог. Нет, смог один, который не стрелял. Я не люблю уверенности сытой. Уж лучше пусть откажут тормоза. Я считаю, что мужчина изначально это воин-защитник своего отечества, своей семьи, своих близких. И я для того свой покинул окоп, чтоб не было больше потопа. Но нам сказал спокойно капитан: еще не вечер, еще не вечер. Значит, рядом с тобой чужой, ты его не прогони. По нехоженным тропам протопали лошади, лошади. Неизвестно, к какому концу унося седоков. Не всем дано поспать в раю, но кое-что мы здесь успеем натворить. Испытай, завладев еще темным мечом, и доспехи надев, что почем, что почем. Посмотрите, ведь он без страховки идет, чуть левее наклон, упадет, пропадет. Я поля влюблен и поселен. За нами гонится эскадра по пятам. На море штиль и не избегнуть встречи. Как честного лица не прозевать? Как добрых отличить наверняка мне? Коренной ты мой, ручей же брат. Ты куда, родной, почему назад? Слон сказал, не разобрав, видно быть потому. Я на вачу еду, плачу над собою, хочу. Я, конечно, вернусь, весь в друзьях и в делах. Где твои 17 лет? Хорошо, а где твои 17 бед? Хорошо, а где твой черный пистолет? Хорошо, а где тебя сегодня нет, Владимир Семенович? Спасибо Владимиру Семеновичу за то, что собрал сегодня нас здесь, на этой красивейшей набережной Енисея.